Доброе утро, мои дорогие, доброе утро, мои хорошие. Устроилась я наконец-то. У нас Пасха начинается, вчера у нас был Карфрайтаг. И наконец-то я сделаю видосик. Всех люблю, всех целую, всем доброго утра желаю. Машина у меня еще стирает. 6 встала, еще было темно, я, короче, все это сделала. Не думаю, надо снять видос, а то я не успею, потому что вообще я забегаюсь, и потом ничего, не так каждый день, не так каждый день. Каждый день что-то творится, и я ничего не могу. Так, ой, у нас вообще была прекрасная погода, у нас было 2 дня жара, Ироника влог, мы с тобой об этом писали, да? Жарища такая была, я вообще раздетая ходила, даже Аминка на свой телефон что-то сняла, но у меня этого еще нету, она мне его снимет. Вообще было так тепло, мы на улице прямо все снимали. Так было жарко. Люди в сандалиях, в юбочках ходили. Вообще, я тоже хотела сандалии. Потом в конце, на второй день, я пошла тоже в сандалиях, потому что ногам в сапогах было, и в кроссовках потом было. В общем, было жарко. Мы так повкушали, это чуть-чуть лето, да, и такой свободы вообще все, прямо все. Поголовно, мне кажется, вся Европа. Везде было тепло. Вообще, поэтому видосы снимать не хотелось, прям так хорошо было. Сегодня так холодно вообще. Я позавтракала, хотела сразу без завтрака, но я заметила, мне уже никак. Я пополнила, блин, пополнила, да. Эти дни я все по всякие эти самые, зайцев всяких ела, испеченных всяких разных на Пасху, все в этих, в булочных покупала. Что-то я много все такого поела. Печеного, да, не надо было. Посмотрела на весы, встала, боже мой. Я еще так похвасталась мужу. Говорю, я 59. Да. Сегодня с утра встала, почти что 61. Объелась. Эти дни прям, я не знаю, столько ем. Сегодня тоже. Че я сейчас? Я хотела видос о чем? О том, что я ем, да? Да. Нет. Я хотела это самое, что я купила, да? В общем, сейчас тоже съела, блин, вообще не знаю, что съела. Съела кашу, съела яйцо, съела бутерброды, еще вон малину наложила и кофе пью. Куда? Кофе вообще пить не надо, но пью, да. Так, что мы купили, что мы купили? У меня есть всякие разные покупки, я сейчас покажу вам Росман. Росман. Вообще, где мы только не были, ой, мы с подругами где только не гуляли, где только не сидели, где только чего не ели, где только чего... Не покупали. Короче, мы от души время провели, да. А что еще? Как иначе, да? Как иначе жить так? У меня тут коса. Коса какая-то вся. Ой, вся еда. Муж тут этот заказал. Как его? Этот. Как по-русски называется? Копировальная штука от HP. Новая. У нас была серая, теперь беленькая, красивенькая. Стоит. Это я сейчас увидела и говорю. В общем, мы были в Росмане. У меня там есть сумки, да, покажу вам, что я в Росмане купила. Может быть, это самое. В общем, в Росмане купили мы гель для бритья. Зензитив. Я старый выбросила, сделаю видос, то, что я выбросила. В общем, я всю ванную прибрала, я, короче, все перерыла. Мне так на Пасху хотелось, чтобы все чистенько было. В общем, я все перерыла. Вам тоже того желаю. Все перерыть, да. Но все еще не успею перерыть. Вещи я свои, одежду не перерыла, конечно. Там вообще с ума сойти. Так, с алоэ вера. Хороший. Слющий, хорошая вещь. Дело в том, что когда я тороплюсь, я просто мылом намажу и побрила. Мне уже не хочется куда-то лезть, чего-то доставать. Но вещь вообще хорошая. Очень мягкая кожа после. Так. Так, все сейчас достанем, все достанем. Сумочку сюда и буду выкладывать. А что делать, да, свой мешочек? Сыну я купила из Anna Man и мужу. А они любят это самое. Все, 3 в одном. В общем, для лица, для волос. Особенно муж-то еще, он еще копается. Нет, он нет. А вот сын. Ему просто некогда, он прямо вот чем. Только дай мне одно и все. Все равно какое. У него нет интереса, лишь бы помыться. Поэтому он такое любит. И такой вид, это самый красивый такой, спортивный. Я купила, уценили тем более, да, 50 центов. Надо брать, да?
Сначала все эти финтифлюшки покажу. Кстати, я купила нагеллак Инферно. Нагеллак Инферно, это вот, чтобы нагель снимать, нагеллак, как сказать, как это по-русски называется? Ну, вы знаете, да, чтобы снимать лак. А, у меня есть 3 штуки. Я думала, мне не надо. Потом я их потеряла, прибралась, так хорошо прибрала, все вместе собрала в одну кучку. И эту кучку забыла, вообще не могла найти. А мне же надо было лак снять. Это у меня уже новый, тот. И значит, я это самое, не могла найти. Пришлось мне этот новый купить. Только купила, в этот же день, смотрю, стоит вот тут вот, вот прямо вот за стенкой, это двойная полка, там стоит все эти 3 штуки. А Минка говорит, мама, ты их все вместе поставила, чтобы это самое, и найти не можешь. Хоть бы одну, говорю, нашла, если бы я знала, где они лежали, но когда все вместе спрятала по-новому, знаете, когда по-новому перепрячешь, ничего не найдешь. Купила новые. Она у меня эти старые посмотрела и говорит, они, говорит, такие старые. Я говорю, как старые? Да, говорит, уже лет 4 года, говорит. Я говорю, да. Там, говорит, уже время, срок просрочен, там срок есть. Я говорю, а я думала, я вообще не смотрела, я не знала, сколько им лет. И срок просрочен, и оказывается, я думала, ацетон, он же все равно убивает. Ну, как может ацетон, думаю, испортиться? Вот. Видимо, вообще ничего не думала про ацетон-то. Про крема-то я думаю, там, думаю, может, бактерии появятся. А ацетон, что там может быть? Оказывается, надо все выбрасывать. И вовремя купила, да, новый, хороший. Так, потом я опять же эти штучки купила от Изана, потому что я от Балета купила эти ножи, а к Изане-то не купила. Вот, я эти ножи купила, 3 штуки, это самое... Три штуки только внутри. Я даже не читала. Угу. Ну, тоже с мылом, да? Такие. Потом. А вот еще один этот самый спорткель, тоже от Изаны. Актив спорт. 3 в 1, да? Тоже. Ну, это сын. Так, если уж я уж там уж... А потом я купила вот такую Maybelline High, Sky High. Это вот, которую все так хайпуют, это хайп. Вимпа-тушь, как называется, ресницы? Тушь для, я хотела тень сказать, тушь для ресниц. Sensation. Они у нас в одном вообще распроданы, их уже нет, а в другом все-таки я нашла. Я все долго думала. Lash Sensation. А Минка мне говорит, мама, ее надо купить. Я говорю, ну как купить-то? Купи, говорит. Вот такая вот, да, у нее такая. Я вот такие кисточки не люблю. Ну, я попробую ее. Я ее сейчас не красила, да? Ну, я попробую, посмотрим. А Минка меня на это подбила, это купить. Сколько она стоит? 10 евро, да? Что-то 10 чем-то, да? Ну вот. Так, потом я купила, я же говорила, я так люблю от Nivea, это самое, вот этот летний Love Sunshine. Sunshine, это солнце, вот вы знаете, вот вы откроете и пахнет летом, пахнет солнцем. Я это так обожаю. Я это вот которое лето покупаю. Пока оно есть, я всегда это покупаю. Это такое лето, такое наслаждение. Это от Nivea, вот обожаю. Обожаю. Наслаждение. Каждое лето. О! Это такая свежесть. Это не такая свежесть, вот какая-то такая холодная. Нет, она вот такая солнечная. Я даже не могу этот запах описать. Он обалденный запах. С алоэ верой, да? Я не знаю. Это я люблю. Это лето без этого никак. Так. Потом купила вот такое мыло, да? Мыло, я же говорила, что у меня никогда не бывает пятен. И что? Я себе пятно посадила. Впервые в жизни у меня сейчас пятно. И знаете, на этом воротнике, на белом, вот такой я купила пышный воротник, который я еще одевала. И я вот этой штукой же сейчас себе это самое, там в каком-то видео я себе вот это вот замазала, да? А это вот Сайз маскара для седых. У меня тут 3 седые волосинки впереди. И я их закрасила. И что получается?
Я, значит, лицо-то побрызгала водой, что-то у меня там было, или отмывалось, или что это отмывало. И у меня вот так все покапало. Вот этой три волосинки мне хватило, чтобы мне вот этот воротник забрызгать. И впервые у меня пятна, и они не выходят. Ну вот я купила это мыло, это называется Гайнзайфа. Как это по-русски, я не знаю. Вот мыло для пятен, для разных. Тут написано вообще всякие разные. Для белого, и для цветного, для цветных вещей, для шелка, для всех текстилей. Какао траву убирает, белок, грязный ворот, кровь. В общем, все, что угодно убирает. Посмотрим. Вообще-то надо было мне, наверное, купить вот которые вот карандаши, вот эти фазерштифты, как называется, фломастеры убирает. Про фломастеры тут ничего не написано. Я знаете, как покупаю? Я долго не думаю. Я так взяла и бросила. А потом читаю, мозги-то где были? Ну, не знаю, я посмотрю. Ни разу я еще ничего против пятен в жизни не покупала. Вообще. Вот почему, не знаю. У меня не было никогда пятен. Я так быстро все переодеваю, мне когда пятна-то сажать? Я не знаю, я переодеваюсь часто. Или я не знаю. В общем, пятен я никогда ничего не покупала. Это впервые, что я что-то против пятен покупаю. Вот эта штука, кстати, есть в Реале за 1 евро. Это Сайас. И она все цвета. У меня черная, да? А сейчас есть все цвета. В общем, любой блонд, там, серый какой-то, бурый, малиновый. В общем, у кого какой цвет волос, все есть. Я обалдела и 1 евро оценили. Люди не соображают, что это, наверное, для волос. Вообще никто не брал, видимо. Ну как здорово. Ну вот то, что черное мне на блузку покапало, это плохо. Так, потом. Это Аминка эти стаканы захотела для зубов. Ты к себе купила, она? Я говорю, ну купи. Купила. Я купила вот такую мук чашечку, да. Ну гляньте, какая прелесть. Ну какая же это прелесть, да. Весна. И это у нас сейчас в Росмане были тарелочки такие же, все такое. Ну тарелочки не надо. Тарелок, сука, много. Но и эти досочки были, ну, чтобы для завтрака досочки, из которых есть. Есть еще все это. Но чашечки какие прелестные. В одном все сразу разобрали, а в другом они еще были две штуки, я одну взяла. Я не люблю две, потому что мне всегда для утреннего кофе нужны вот такие вот единичные чашки. А которые не единичные, на четырех накрывать, они не такие. Они не как мука, они такие небольшие, да? Они такие поменьше. Ну, я же, когда покупала, показывала там, то полосатые, то эти, то вот такого цвета, вот всякие разные такие. А эти единичные, я вот такие обожаю. Взял так и вкушаешь утром. И она прямо прелесть. Today's a good day. Today's a good day. Хороший день сегодня. Стоит она, не знаю, 2 с чем-то, да, 3,99. 3,99 тут написано. Так, потом, это Isana Professional High Oil, орган и уход. Органовое масло купила я для волос от Isana. Так как Isana хорошая марка, так, ну, она ничего не портит. Я, в общем, купила, посмотрим, да. Особенно для сухих и особенно вот таких вот мои волосы такие, да, они у меня такие сухие. Аминка мне говорит, мама, ты, говорит, сделай хоть нормальную маску. Я говорю, мне лень. Ну вот как я с яйцом там, с маслом там. Я говорю, я лучше что-нибудь намажу. Мне лень эту маску делать. Как-нибудь сделаю, всем уши прожужжу, сделаю видос об этом. В общем, не знаю, сколько стоит, уже не помню, да. Ну, попробую, да. Мне кажется, хорошая. Выглядит так скромненько. Ну, масло же, да? Органовое написано. Там, наверное, от органового масла это вот такой процент. Так, еще я купила от Revolution вот такой вот. Оно уценили на 4 евро. Сколько стоило там? 6, не знаю, 6 с чем-то, наверное. Я честно не знаю. Вот 4 евро ценили, я взяла. Я даже не смотрю, сколько оно стоило. Мне просто вот за 4 евро, думаю, я куплю.
от Revolution Makeup, Revolution London Makeup. F9, F9, как-то бы. Дай мне это самое тут, как-то это открыть, да? Ума! Оно заклеено, понимаете? Они так хорошо заклеивают, что никак не открыть. У них особенно. Все, нашла. Так. Вот такое. Упс. Вот такое. Ну, знаете что, цвет-то такой летний, да, темный. Там был светлый, я почему-то его схватила. Потом мне было лень его менять, но для лета он будет нормально. Потому что темнее же будешь. Но он не особо темный. F-секс, не особо. Вот такая вот красивая висичка. Так. Это я еще что купила? А, эти. Салфетки, да, для Пасхи. И я купила очки. Знаете, где купила? В Россмани. Я уже в Россмани покупала такие сердечки черные, да? Мне так они понравились. А вот, там есть очки от Trend. И мне так это нравится. Мне они понравились. И вы знаете, я же не любитель дорогих очков, хотя это самое. Они стоят 13 евро. Где они изготовлены, конечно, в Китае. За. Такие очки купила. Они не такие большие, вот как у меня вот такие, да, есть такие большие. Но они вот поуже такие, и мне нравится этот верх такой, я обожаю. У меня такие очки еще другие есть побольше. Как у Бекхэма. Такие эти самые, с перемычкой такой. Но они поуже, и сейчас тоже в моде такие, вообще такие 90-е, да, но они мне вообще не нравятся. Но вот эти мне понравились. Это я тут уберу, надо отклеивать. И вот такие они. Я такое люблю. И так мне понравилось, я купила. Ну что делать, да? Я очень часто очки меняю, и вот которые я люблю, они даже недорогие. Вот эти я купила в H&M, да? Они были уценены. Знаете, как я их обожаю? Я их ношу второй год. Я их обожаю больше, чем все другие. У меня есть еще другие очки, которые подороже. А я их уцененные еще купила. И они уцененные были 4 евро. Ну, представляете, ну как я люблю. Они очень толстые, очень... Они такие прямо... Вот очень такие плотные. Я их обожаю. Поэтому дело не в цене, дело в форме. И дело в том, что буду я их любить или не буду. Вот. А марки меня вообще не интересуют, да? Мне надо поесть. В общем, я еще не наелась. Я их купила, я радуюсь лету, весну. Что делать, да? Надо радоваться. У Фао написано 400. Вот такие. Тут у них перемычка такая, но не очень толстая. Так. Что еще? Это было в Россмани, но это было еще не все в Россмани. Что такое хозяйственное? Это я сейчас показывать не стану. Ой, это тоже хозяйственное, это для туалета. Чего только нету, да? Так, ага. Ну, это все хозяйственное. Хозяйство. Так. Хозяйство. А, Ягамкексофедикация. Консигейбе. У нас кошка сегодня с утра кричала, у нее не было печенек. Оказывается, мы купили. Я думала, не купили. Ну, тут все, это все туалет, да? Туалет. Нет. Консигейбе. Клео! Чуть не убежала. Обиделась, что ее ничего не купили. Купила бумагу подарочную. Сколько она стоит, я не знаю. 99 центов. Там есть два разных. Есть евро с чем-то, 49, есть 99. Вот такая, да?
Так, что еще? О, кексы хамли. Тут опять еще кексы. Так, тут еще для туалета, в общем, что-то все, туалет у меня. Это Думоль Вице Кальклюзе, да? Пауа. Такое что-то. Ну, я что хотела показать? Подождите. Нохмаль кексы. Еще, оказывается, есть. Это значит купили, да? Я уже ничего не помню. Так, я уже думала, надо будет еще раз купить. Ну, это тут у нас это самое. Женские дела. Так, все это убираем. Я еще купила вот такую Барби. Это Барбичка для моей подруги, да, для ее дочери. У нее день рождения. У нее день рождения, с днем рождения, с днем рождения. Подарю ей эту Барби. Тоже в Росмане, да, но где купить-то, где купить-то? Купить-то негде. Ничего нигде нет. Носки еще, да? Носки купила, вот такие носки. Уже выдернула, Аминка уже выдернула одну пачку. И качать они для нее были. Ей было лень искать носки, она тут увидела, схватила и дерганула. Это для сына, 46 размер, ей все равно. 43-46, она так торопилась. Так, там три пары было, да, из бамбука. Пусть носит, так. В общем, это мы купили. Это было все в Росмане. Ой, оказывается, еще туалетное это купила. Для туалета эту. Новую, свежую. Да. Все, это уже не Росман. Это уже Альди. Это у нас тут Альди. Я сейчас видос закончу, я все финтифлюшки покажу, чтобы я еще видоса не делала. Для меня это просто... Я была в Альди. В Альди я купила вот такие вот уцененные за 50 центов Hello Sunshine, тоже салфетки. Эти я купила вперед, а потом увидела эти еще и взяла. Вообще салфеток уже не стало, все закончились, только вот эти вот, эти, ну, бумагу эту использую. Тряпки купила, надо мыть, это самое, для посуды, это все хозяйственное, это для посуды. Вильстуфиль, шпюльмит, приль. Так, щетку купила. Нужна щетка. Так. А, вот. Это я еще купила в Росмане, я забыла, мыльницу. Я все там обновляю, чищу, в общем, мыльница новая. 2,99. Самая дешевая мыльница 2,99. А купила в Альди я себе этот кремчик опять. То есть я люблю Альди мейкап. У меня вот эти все мейкапы дорогие, они у меня или сушат, или что. В общем, я всегда беру вот голубой, там с алоэ вера. В этот раз я купила с подводными этими растениями. Как называются подводные растения? Альген, как по-русски? Ну, водоросли. Но мне не понравился, я его сейчас прям нанесла. Он такой суховатый. То есть тот с алоэ вера вот такой. То есть в следующий раз голубой куплю. Но они долго не держатся. У них так мало химии, что они просто быстро это самое сворачиваются. Их надо использовать. Месяц, два, три, но потом они уже все. Но зато они недорогие и очень хорошие. Вот это вот самый хороший мейкап для меня, потому что вот только голубой. Ну, я этот, конечно, помажу, да, куда деваться. Я попробовала. Я всегда вот этот голубой брала. Очень классный. Ну, этот ничего, я, в общем, нанесла, но мне хотелось такой же, вот он такой формы. Я показывала часто. Но у меня был голубого цвета. Анти-эйджинг мейкап. Обожаю вот его, но в голубом цвете. Сейчас купила зеленый попробовать, ни разу его не брала. А, что самое главное, я купила в этом Вальде, да, белье постельное. Вот такое вот. Оно было 20 евро, его уценили на 10. И я его когда увидела, я подумала, я хочу полосочки. Почему хочу полосочки? Ну, потому что весна, да, не хочется полосочек. Такие яркие. Вот такое яркое, да? На 10 евро ценили, я его взяла. Две штуки, да? Ну, на нашу постель. Для лета. Оно такое, качество такое... я же купила эти вот такие сиреневые покрывала в прошлый раз. Я же не знала, они были. И я так обрадовалась, они подходят сейчас. Потому что тут можно любой цвет, оранжевый или красный. Это была случайность, но когда я их в Альди увидела, я сразу думала, я их купила.
Ну, мне сейчас где что купить? Я туда не это самое. Мне надо, чтобы и подешевле, и чтобы посвежей панелей. Все. Ой, они такие, знаете, как помятые. Крэш-крэш такой. Сейзука называется у нас. В общем, я купила их два раза, и будет у нас постель, у меня и Олафа. Новая на лето. Все. Девочки, я все показала. Нет, не все показала. Ой, мы были еще в кошачьем магазине, я купила для кошки вот такую подстилочку, где у нее еда будет стоять. Такой красивой кошечкой, правда? Кошечка, кошечка. В кошачьем магазине мы там еще какую-то еду покупали. Так. И я еще купила вот такую книжку детскую и раскраску. Это тоже девочки, да? Мы ей подали. Видите как? Это было в Альди. Это было в Альди. Да. Если я не вру. Да, это было в Альди. Там есть новиночки хорошие такие, да? Можно брать. Вот. Все, моя любовь, моя страсть удовлетворена. Знаете, ну, надо это все для души. Надо чего-то купить, надо чего-то сделать. В общем, не знаю, надо мне. Вот. А, кстати, я вот эту вот штучку еще купила в Вальде. В Вальде вот эти все штучки сейчас продают за очень дешево. Горшки за 1 евро, это я за 2 купила. В общем, все это у нас так. Стоило 6,90. Такая курочка на Пасху, да? Это было. И это... Ну, цветы тоже, цветы там тоже. Цветы, кстати, уценили с 7,90, по-моему. С 7,90 уценили на 3. На 3 евро что не взять, да? Так, теперь мы сейчас прочтем, что же у нас стоит. Посмотрите, как красота. Это красиво. Чем свободнее человек дышит, тем больше он живет. Теодор Фонтан. Вот так вот. Нам не нужно бояться, нам не нужно сомневаться, нам нужно просто жить. Какой вот момент, да? Потому что этот момент мы живем. Мы всегда живем в этом моменте. Не вчера, не завтра. Теперь я такая серьезная. Потому что это правда. Так, сейчас я воды попью, мне пить надо еще после кофе. Ем, пью и не могу. И все вместе. Так что дышите свободно. Не переживайте из-за всего, что происходит. Просто вот. Будет чувство, что мы больше живем. Потому что когда человек вот так боится или переживает, и такое на нас нападает иногда, мы там не живем. А кому-то хочется, чтобы мы так себя чувствовали. Вот. И это я говорю, когда я шопинг показываю, да? Ну, все равно, в этом правда жизни. Так. Время, die Zeit ist so kostbar und gut, dass man nicht einmal für Geld kaufen kann. Время – это такое стоящее, дорогое добро, очень дорогое, что ни за какие деньги его не купишь. Израильская поговорка. А вот это мне очень понравилось как раз. Die Fähigkeit, glücklich zu leben, kommt aus einer Kraft von der Seele innewohnt. Как сказать, феечка, это вот возможность человека жить счастливо, испытывать это чувство, оно выходит из силы, которая вот в душе находится. Марк Аурель. Я обожаю Марка Аурель. У меня есть две книги, у него все его высказывания, пословицы там. Пословицы нет, но советы, да, советы для начинающих там, молодых людей и тому подобное. И вообще, вот так вот. Обалденно. Я его обожаю. У меня такие красивые переплеты. Марк Аурель. Это... Я вообще обожаю философов. Я обожаю
такие вот вещи. Я обожаю книги для души. У меня вот есть полка, да, две такие там грани, там только книги для души стоят. У меня есть разные, есть история, там есть, есть даже и про Древний Египет, все археология, тут очень много всего такого, да, прям целое. И о летающих тарелках, и о чем угодно. Но вот это вот для души. Это моя душа. Так, все, я желаю вам всего хорошего. Мы сейчас поесть, все закрыть и начать прекрасный день. Все, да, я все показала, что у меня было. От души отпало. По мере чего, не знаю, когда. На мне блуза из Цары. Прекрасного. А, кстати, я тени, я же купила эти тени, да, я же вам показывала. У меня же все не кончится, да. Я же эти тени купила, я их попробовала. Гляньте, что, я попробовала. Потом я купила еще, показывала я карандаш такого цвета. Я еще карандаш туда немножко накрасила. Чуть-чуть внизу. В основном я вот эти тени использовала. От Essence. И я этот карандаш тоже оранжевый купила от Revival Love Me. Я им губы покрасила. Не только, ну так, обвела, да. А губы я нанесла вот этим вот ультра мат липстик от Trend Up. Кстати, он есть. Уцененный, по-моему. Вот, товарищи люди, я заканчиваю эту всю лавочку, закрываю. Финтифлюшек много. Обожаю, обожаю, обожаю вот этот душ-гель. Это новая вещь. Попробую, не знаю, что будет. Вот и все. Всем желаю всего хорошего. Всего прекрасного. Динь-динь, динь-динь-динь-динь. Динь-динь, Пасхи прекрасные, да? Подарков, сладостей. Я сладостей не хочу. Кстати, у меня тут стоит это самое. Ой, вот тут вот на середине стола у нас стоят. У нас такие вещи дарят всегда мамочки. И это мамочка моего мужа подарила. Ее уже нет в живых. И у нас там это... Всякие сладости, да, нугаты, тому подобное, всякие, ну, всякие сладости. Это каждый год, но это по всей Европе так, в Скандинавии тоже, у меня муж долго работал в Скандинавии, там тоже такие же штуки всегда дарят родители. Видите, такое. Такое у меня стоит на столе, у меня еще тут стоит такая-то улитка. Улитка, я это на Пасху все, все такое кичи вытаскиваю и ставлю. Кичи, 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 да? А, зайцы, яйцы и тому подобное. Это, кстати, девочка-блогерша сама сделала. Я как-то в видосе, в самом начале еще про нее говорила. Она тоже в Германии живет, украинка. Ирина. Ирина Герасименко. Да, у нее канал такой. Вот она все это шьет и продает. А я у нее выиграла. Что-то я... Она у нее там был такой этот самый... Она, короче, они игра... Ну, кто там напишет, ей что-то выиграет. И я точно знала, что я выиграю. Я написала, я знала, что это мое. Вот у меня такое бывает, да? Мне никогда ничего не хочется такого вот интересного. Но бывают моменты, которые из души выходят. Я помню, шла я как-то и там разыгрывалась такая лотерея. Там была книга. «Мастер и Маргарита». И в 80-м конце, еще в России это было, «Мастера и Маргарита» достать невозможно было. И мы такие две заядлые читательницы, я и моя кузина, как сказать по-русски, двоюродная сестра. И вот я иду, на улице стоит такая штука, там книги, в общем, книжная лавка, и вот такая лотерея, крутить надо колесо. Я иду и вижу сзади, и знаю, я сейчас подойду, крутану, и я выиграю. Я так иду мимо, так даже не задумываясь, иду вот так вот, мимо проходя, крутанула, прохожу мимо, я знаю, я выиграла. Прошла несколько шагов, отповернулась, и он мне кричит: «Ты выиграла, можешь книжку взять?» Я говорю: «Я знаю». Я взяла, я знала, что я возьму Маргариту, потому что у меня моя двоюродная сестра, я ее очень желала. Я ее взяла. И так ее не продавали. Вот так вот. Такие вещи иногда бывают. Но я не такой человек, что мне чего-то абсолютно там надо. Мне вот кто-то говорит: «А ты вот сейчас вот это выиграй». Я говорю: «Так не получается». Это бывают моменты, которые не с головы выходят, а вот они выходят вот так. Это вот, вот выходит вот так вот. Когда что-то с головой пытаешься, ничего не будет. Поэтому счастье
значит, нельзя искать. Эта вещь происходит неожиданно. А такое это просто счастье маленькое. Я его тоже, я не иду с планом. Я не иду с планом это купить. Я это вижу, о, я это люблю. А с планом, когда что-то делаешь, то всегда что-то не так идет, и ты просто разочаровываешься. И зачем это надо? Зачем надо разочаровываться? Или оно будет, или его не будет. Все, я закрываю на этом дело, а то я заговорюсь тут. И всю малину съем, и наговорю вам три короба. Желаю вам прекрасной Пасхи. Видос был длинный, я все финтифлюшки показала, кому это надо. Но мне это было надо. Вот. Прямо стоит у меня туалетная штука прямо на столе. Я даже без очков не вижу в кадре, да, а вы смотрите. Чего только нет тут. Весь стол завален. Всех люблю, всех целую. Девушки, красавицы. Ой, я самое главное не показала. Я ж вам не показала, я колечко купила. Болтаю и болтаю. Вот поэтому мы видосы надо до конца смотреть. Лежит бумажка скромненько. Я купила еще в Росмане колечко от Accessories. И посмотрите, какое оно красивенькое. Ну посмотрите, какое колечко это. Ну ведь правда красивое, да? Видите, какое оно красивое. Я его на него смотрела, досмотрелась. И мне вот так охота. Сейчас не знаю, как оторвать. Нож-то есть. Вот видите, какая я Ворона Ивановна. Я это еще и забыла. У меня так часто. Так, и я так часто это кольцо смотрела. И смотрела. Думаю, что-то не купить-то. А всегда надо что-то другое. Я, знаете, я так его оставляю. Сейчас думаю, все, я сейчас его куплю для полного счастья. Оно не режется. Для полного счастья я его купила. Гляньте, какое оно классное. Сейчас я его одену и вам покажу. Гляньте, что. Вот это, ну это я сейчас убираю, да? Чтобы оно тут не торчало. Гляньте, что. Оно красивое, правда? Мне так оно понравилось. Оно такое интересное. Вообще. Еще раз показываю. Классное, классное, классное. И оно ничего не стоит. Размер L. Я взяла L, конечно, побольше. Вот на этот палец самое то. Такая вот я, у меня такие толстые пальцы, да? Как не знаю что. Ну, потому что уже N-ки не было, была только S-ка. Я думаю, если я буду такими темпами ждать, оно вообще уже не будет. Стоит-то 5 евро. Но зато какая ляпота. Ну, ляпота. Ляпота. Я вообще всегда люблю такие простые мотивы, да, или вот эти цепи. Но такие блестяшки никогда не любила, вам говорила. Но вот сейчас опять такие вещи входят в тренд, и мне это хочется. Почему-то мне оно понравилось. Обалденно. Блестяшки я не ношу. Блестяшки любит моя дочь. А теперь я хочу. Ей оно тоже, кстати, понравилось. Но я первое увидела, мне понравилось. Я говорю, тебе нравится? Она говорит, то. До. Ну, так особо нет. Наверное. Мне нравится. Так. Все. Сейчас не наемся, да? Закрываю я эту лавочку. Желаю вам всего прекрасного. Подарков, красоты, ляпоты. Прекрасного времяпровождения. Потом вспомню, что хотела сказать. Но будет поздно. Мои хорошие, мои любимые. Мои хорошие, мои любимые. Чусь. So, für Katze haben wir sogar drei Tüten.